Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. В предыдущем выпуске мы вам рассказывали о том, что может быть одной из самых экстремальных и разрушительных частей нашего законодательства когда-либо в истории этой страны, получавших широкую поддержку Конгресса. Это называется «Акт. Новый путь вперед». Он рассматривается в Конгрессе прямо сейчас и находится там уже 2 месяца. И до сих пор главные СМИ никак это не освещали, будучи либо слишком растеряны, либо невежественны. И этим они оказали вам медвежью услугу, так как почти невозможно описать, насколько этот законопроект радикальный. Если он будет принят, то наша иммиграционная система будет переделана с конкретной целью помочь иностранным преступникам переехать жить к нам. Законопроект разрешит людям, которые совершили серьезные уголовные преступления в других странах, переехать в США на законных основаниях, что сделает практически невозможным Федеральной службе иммиграции задерживать иммигрантов независимо от того, насколько они могут быть опасны. И, что, наверное, самое замечательное, он потребует денег налогоплательщиков, чтобы завозить депортированных преступников обратно в США. Другими словами, ты нарушил наши законы, ты навредил нашим людям. Мы пришлем тебе билет на самолет, мы заплатим за тебя, лишь бы ты вернулся. Это полнейшее безумие. И оно очень популярно в Демократической партии. На сегодняшний день 44 демократа поддерживают данный законопроект. На экране некоторые из них. О некоторых из них вы слышали до этого: Александра Окасио-Кортес, Илхан Омар, Рашида Талиб. Они знамениты. Но другие не столь известны, как, например, Эрл Блюминар, который представляет Орегон десятилетиями. До этого единственное, чем он был известен, это участие велосипедной фракции Конгресса. И вот внезапно, появившись из ниоткуда, Блюминар решил разрушить страну. И мы хотели бы поговорить с Эрлом Блюминаром, хотели бы услышать, почему он поддерживает этот законопроект. Мы хотели бы поговорить с любым из этих людей, которые его поддерживают. Мы обратились к ним, чтобы они пришли и защитили свои взгляды. Но ни один из них не согласился прийти. Почему? Потому что они трусы. И мы считаем, что вы должны знать, что они делают. Вот один из тех, кто первым поддержал законопроект, Хесус Гарсия, Иллинойс. После представления законопроекта он сказал следующее. Это не радикальный проект. Мы всего лишь просим о равных шансах и возможности иммигрантам остаться в стране, которую они называют домом. Новый путь вперед дает такую возможность. Он прекратит практику принудительного заключения под стражу. Прекратит автоматически связывать депортацию с системой уголовного преследования. Остановит депортацию людей, у которых был контакт с уголовной системой государства. Он прекратит практику, при которой местная полиция участвовала в притеснении иммигрантов, чем увеличивала полицейское давление на цветные сообщества. Он декриминализирует иммиграцию. Это не радикальный проект. Конечно, это неправда. Законопроект полностью радикален. Он превратит Америку в место, которое вы не узнаете. Многие сторонники законопроекта, как вы могли ожидать, пришли с периферии Демократической партии, но не все из них. Конгрессмен Энди Левин, представляющий северные окрестности Детройта. Район Левина окрашен в голубой, но в действительности там сильны обе партии. К примеру, там больше голосов набрала Клинтон, но только на 8 пунктов. Так что вряд ли большинство избирателей Энди Левина хотели бы отправить билеты на самолет вооруженным грабителям из Гватемалы, чтобы они могли поселиться по соседству. На самом деле никто этого не хочет, независимо от того, что он пишет в Твиттере. А Левин пытается делать это прямо сейчас. И это то, что пугает в этом законопроекте. Все происходит скрытно. Никто не говорит об этом. Те, кто говорят, отрицают. Вряд ли этого никогда не произойдет. И это ошибка. В современной Америке все меняется стремительно. Одна актуальная проблема за другой. От прекращения действия второй поправки к исчезновению понятия биологического пола, к открытому и агрессивному расизму политики идентификации. Вчерашний экстремизм становится сегодняшней платформой для Демократической партии. 4 года назад, когда Берни Сандерс вел свою предвыборную кампанию, Vox.com спросила его, почему он не хочет открыть границы страны всему миру. Сандерс ответил, цитата, «Нет, это план братьев Кох, которые утверждали, что на самом деле нет никаких Соединенных Штатов. Это сделает всех в Америке беднее». Конец цитаты. Конечно, Сандерс был полностью прав, и за это он был резко раскритикован как Vox, так и остальными разъяренными детьми из пробудившихся. Сопротивление уничтожению США, с их точки зрения, было абсолютным доказательством того, что Сандерс — отпетый ханжа и расист. 4 года спустя Сандерс стал послушным. Его новая платформа включает в себя всю обычную риторику по открытым границам. Прекращение депортации, упразднение Федеральной службы иммиграции, всеобщую амнистию нелегальным иммигрантам в стране. Избиратель в Хэмпшире недавно спросил Сандерса, почему
почему его взгляды так радикально изменились. Человек, который всего 4 года назад называл увеличение иммиграции заговором братьев Кох, внезапно начинает говорить как один из братьев Кох. У нас есть 11 миллионов незадокументированных. Многие из них — это рабочие, которых эксплуатируют прямо сейчас. Трамп хочет выкинуть всех из страны, и если ему это удастся, цена на продукты полетит ракетой вверх. Кто, как вы думаете, сеет и жнет в этой стране? Кто сеет и жнет? Вообще-то машины собирают урожай, и сеют тоже они. Берни уже 80 лет, и, по-видимому, ему никто об этом не сказал. С другой стороны, это слегка шокирует слышать такое объяснение от того, кто сам себя называет социалистом. Да, рабочих эксплуатируют, но подумайте, сколько будет стоить авокадо, если его будут собирать граждане. Это отвратительно. Сандерс не идиот. Он знает, что поворот его партии в сторону иммиграции бьет по рабочим и по стране. Но он отчаянно хочет быть президентом Соединенных Штатов. Так что он согласился на это. Вы уже видели подобное. Джо Байден, кто, наверное, самый современный человек в политике. Старый дядя Джо. Теперь выступает за то, чтобы нелегальных иммигрантов не депортировали за вождение в нетрезвом виде. Смотрите. Вы должны быть арестованы только за уголовные преступления. И я не считаю вождение в нетрезвом виде за преступление. Сбивающий с толку бред впадающего в маразм старика? Нет, вряд ли. Они все сейчас так думают. Если демократы выиграют выборы 2020-го, одна из версий акта «Новый путь вперед», похоже, станет законом. Еще раз, не забывайте, все происходит очень быстро в этой стране. Так что будьте готовы.